Всем привет! Сегодня я покажу, как сделать красивую повязку. Она будет в виде косы из трех частей. Выглядит очень красиво и необычно. Для этого нам понадобится ткань. У меня велюр, можно взять бархат, либо какая-либо наподобие ткань. Также понадобится нам резинка, ширина примерно 2 см. Также понадобится линейка, нитки под цвет ткани, иголка, ножницы и небольшие иголочки для того, чтобы скреплять нам заготовки. Сейчас нам нужно приготовить для начала 3 наших заготовки.